Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. А с нами на связи из Киева политтехнолог Николай Спиридонов. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, зрители. События в Беларуси по-прежнему остаются в центре внимания. К их сравнению с Майданом украинским мы еще вернемся. Мы уже как-то говорили по этому поводу. Но мне кажется, есть повод еще раз продолжить эту тему. Но начать хочу с такого вопроса. Появилось сообщение, что официальный Киев отозвал своего посла из Минска. Поводом для этого послужило то, что Беларусь вернула так называемых вагнеровцев в России, а не выдала Украине, как она того требовала. Насколько достоверна эта информация и что означает в переводе с официального на житейский «отозвали посла»? Отозвать посла для консультаций – это такое дипломатическое предупреждение, означающее, что между странами существуют определенные проблемы. То есть потом, соответственно, если посол получит определенные указания, то этот конфликт может развиваться, а может, в общем-то, и быть разрешен. В данном случае, я думаю, что тут проблема не только в вагнеровцах, они выступают как официальная причина. А Украина в данном случае идет в русле политики, в русле позиции Европейского Союза, и Европарламент уже же не признал Лукашенко как победителя выборов, и в данном случае вот Украина тоже таким образом определенное свое фе выразила, хотя что касается вагнеровцев, там действительно к ним были определенные вопросы, учитывая, что часть из них могли воевать и на Донбассе на стороне сепаратистов, то, соответственно, да, Украина хотела получить этих вагнеровцев, но если бы, допустим, у Европы не было вопросов к выборам в Беларуси, там Лукашенко все единогласно признали бы новоизбранным президентом, то, скорее всего, вот этих дипломатических шагов типа отзыва посла не было бы. Ну, действительно, тот факт, что посол отозван, подтвердил ряд украинских СМИ, то есть в самом фактаже новости сомневаться оснований нет. Но, тем не менее, по поводу вагнеровцев, скажите, пожалуйста, что за история с сообщениями об увольнении неких высокопоставленных чинов украинского Министерства обороны, разведслужб, которые связаны с тем, что вроде бы то ли планировалась какая-то операция по захвату вагнеровцев, и она была сорвана, то ли наоборот, они добивались такой операции. Это все фейк, это все слухи на пустом месте, или же они имеют под собой основания? Пока это циркулирует на уровне слухов, подтвержденной информации, чтобы из-за этого в украинских спецслужбах были увольнения, не было. И, наверное, если бы эти увольнения были, то, учитывая информационную ситуацию в Украине, что практически все становится известно, то уже была бы по этому вопросу более внятная и детальная информация. Поэтому пока отношусь к этому как к слухам. Ну хорошо, будем ждать, поступят ли какие-то разъяснения по этому поводу. Возвращаюсь непосредственно к событиям в Минске. У Украины богатый опыт смены власти, иногда удачный, иногда не очень удачный, иногда кровный, иногда бескровный. Но, тем не менее, этот опыт есть. И мне интересно знать вашу точку зрения, как из Киева видится вот логика развития событий в Беларуси. Она ожидаема или неожиданна для вас? Вы знаете, если взять книгу Джина Шарпа «От диктатуры к демократии», то практически вот по его 144 методам ненасильственной революции оно приблизительно идет. То есть вот идут, ну, например, вот девушки цветы вставляют в щиты представителей силовых органов, таким образом пытаются их на свою сторону перетянуть. Потом организация митингов,
информационное насыщение, забастовки там тоже указаны как одна из технологий. Вот что идет у протестующих белорусов не по плану, то одной из ключевых технологий Джина Шарпа является застолбление определенной территории. Вот в Киеве это был Майдан, там стояли революционные палатки, в других странах тоже были определенные улицы, на которых концентрировались протестующие. Сейчас в Минске пока не удается создать никакой палаточный городок для того, чтобы это было вот революционной территорией. Также на сегодняшний день нету внятных лидеров оппозиции. Более того, протест определенным образом анонимный. В основном он координируется через два телеграм-канала, на которых, кстати, я уже успел подписаться. Там идет фантастическое количество сообщений, то есть там за два часа дают где-то 60, наверное, 70 сообщений о том, что бандитские каратели зверствуют, то есть терминология практически такая же, как обычно, и вот идут эти призывы к протестам. И, соответственно, мы видим практически технологии классические, но вот Telegram меньше раньше использовался в качестве для основной координации протестов. Возможно, тут имеет значение преимущество Телеграма по сравнению с Фейсбуком. В Фейсбуке ряд сообщений люди могут вообще не увидеть. Там есть такие хитромудрые алгоритмы. Иногда вот даже лидер общественного мнения написал пост, его не видно. А в Телеграме там, в общем-то, если написан пост, то подписчики его более-менее видят. Поэтому вот идет координация этих протестных акций, уже дошло до широкомасштабных забастовок, но пока много неясностей. На 100% до сих пор непонятно, как отреагирует Россия. Если Россия как союзное государство активно защитит Лукашенко, тогда, наверное, силовым путем его свергнуть не получится. Пока не совсем понятно, насколько далеко готовы зайти протестующие, готовы ли они, допустим, к венесуэльскому сценарию, где действующий президент Мадуро, ну вот он вроде как контролирует значительную часть страны, но часть страны контролируют и протестующие, и просто вот уже несколько лет продолжается вот такая ситуация динамического напряжения. Готовы ли к этому протестующие? Ну вот для того, чтобы революция в Беларуси победила, то как минимум не хватает этого фактора, чтобы протестующие застолбили территорию, и пока непонятен лидер, который, собственно, ну хотя бы лидер в изгнании, там тоже Тихановская претендует на эту роль лидера в изгнании, но ее далеко не все готовы видеть на этой позиции, там Бабарика тоже проводит свою определенную кампанию, хотя и находится в местах заключения на сегодняшний день в следственном изоляторе. И поэтому, скажем, мы видим мощность протеста, видим его технологичность, но пока вот этих, скажем, таких гаечек, гвоздиков для того, чтобы протест победил, на сегодняшний день не хватает, еще пока срастается далеко не все. Ну, смотрите, если появится вот такое единое некое место сопротивления, которое бы олицетворяло вот все протестные акции, как в Киеве это был Майдан, то не кажется ли вам, что это неизбежно привело бы к такой агрессивности протеста, которая сейчас, и это ставят все в достоинство белорусам, сейчас удается избежать. Этот протест абсолютно мирный, он подчеркнуто мирный. И неизбежно появление некого места, вот оформление его, приведет к агрессии со стороны властей и, соответственно, агрессии со стороны протестующих. Я бы не сказал, что протест прямо очень мирный, потому что так называемые коктейли Молотова появились буквально на второй день. Мы можем дискутировать по поводу того, что там и силовики Беларуси применяли избыточную силу, и как бы вот коктейли Молотова были
по мнению протестующих, вынужденной мерой, но тем не менее появились они очень быстро, и я из своих источников получаю информацию про как минимум 150 раненых представителей силовых органов. То есть мы не можем эту информацию подтвердить документально, но как бы вот обсуждается такая информация, что раненых правоохранителей достаточно много. Поэтому протесты так трудно назвать мирным, хотя ему пытаются придать, скажем, мирный окрас. Но если вот будет продолжаться противостояние, то протест автоматически будет радикализироваться, потому что практически всегда, когда собрать в одном месте большое количество людей, то они становятся как-то все более и более радикальными. Поэтому вот до перестрелок вот именно из огнестрельного оружия, ну, наверное, осталось не так уж и далеко. На ваш взгляд, вот сегодня появились, когда мы с вами разговариваем, появились сообщения об организации некого координационного совета, во всяком случае так он пока называется, куда войдут наиболее авторитетные с точки зрения оппозиции люди, в том числе живущие на сегодняшний день за границей. И вот этот совет попытается выработать дальнейшую стратегию противостояния с властью, во всяком случае сформулировать какие-то требования к власти внятные. На ваш взгляд, вот появление такого совета, оно поможет избежать вот той самой радикализации, о которой вы говорили, и совершенно точно перевести протест в мирное русло, закрепить его там? Вы знаете, я очень сомневаюсь, по какой причине. Опять-таки, возвращаясь к книге Джина Шарпа, там же достаточно четко указано, что основная цель протеста – это смена власти. Поэтому, если митингующие там говорят, что мы хотим, там, скажем, уволить министра внутренних дел, или там мы хотим еще там чего-то, как правило, протесты и требования все-таки нарастают, как снежный ком. И, конечно, конечное требование – это уход Александра Лукашенко. А Александр Лукашенко, в отличие от бывшего президента Украины Виктора Януковича, скорее всего, не уйдет. Видимо, действительно, он готов там в Беларуси, в Минске, он готов погибнуть, и как бы вот пока не похоже на то, чтобы он был готов уходить. Поэтому, скорее всего, вот этот совет, тоже это известная технология, в Украине были похожие советы, то есть он, да, он конкретизирует требования, он, может быть, обозначит лидеров протестов, по крайней мере, людей, которые претендуют на этот статус. Но поскольку протестующие требуют смещения Лукашенко, а Лукашенко не уходит, то, к сожалению, скорее всего, ситуация будет и дальше радикализироваться. Николай, спасибо за ваш комментарий, что нашли для нас время, и всего вам доброго. Да, спасибо и вам. До свидания. На этом все. Напомню, что с нами на связи из Киева был политтехнолог Николай Спиридонов. До свидания. До свидания.